И снова доброе утро, мои подписчики и гости моего канала. Идем гулять. Смотрите, какая красота. У соседей дом нарядили. А мы даже еще елку не наряжали. Нам просто реально некогда. Так, а где у нас Кузя? Где этот мальчик маленький? Вот она зая лежит. Ну, конечно, а зачем? Вот даже судя по снегу, ребенок просто тупо спал здесь. Да. Ну да, ага. А гулять ты вообще не будешь? Не? Кузь, ты даже не спускался ведь. Я по следам вижу. Ага, да. Неплохо было бы уже походить. Угу. Да-да-да. Вот так вот, вот так мы гуляем. А мама думает, что он гуляет. Да. Да, Кусь. Идем. Ну, теперь будет тупо рядом ходить. Реально ребенок еще спит. Походил, походил. Так. Вообще в крепостную ходить. У нас сегодня такой мороз. Все выне. Вот, ну, пожалуйста. Не проснулся. Мальчик не проснулся. Не проснулся. Смотрите, какой ими. Получается резко так. А в апельсиновом доме уже кипит работа. Осталось прям совсем чуть-чуть. Может быть, даже сегодня можно будет заехать. Не знаю. Ребята сами решат. Представляете? Там даже двери уже стоят. И шторы висят. Представляете? Осталось совсем немного. Повесить люстры. Мне кажется, они даже с этими лампочками переедут. Кузя, ладно. Отвлеклась. Мы же гуляем. Да? Многовато мусора. Да. Да. Теперь нужно опять контейнер заказывать. Да, малыш? Пошли дальше, идем. Идем, мою зайчку. Идем. Нам отход надо сделать. Пойдем, пойдем. Моя зайка идет. Боже мой, там кто ходил? Там-то кто ходил, Кузя? Ты вообще прямо следопыт ты мой. Да, кто-то вообще тут ходит. Ой, тут обязательно пометить надо. Рододендроны наши укрыты. Боже мой, сколько на них снега. Да. Идем, Зоя, идем дальше. Ой, как холодно. Что-то прям так прям морозно. Так, туда обязательно. А как же? Туда тоже надо сходить. Сейчас все проверить. Хозяин маленький. Кузь, да нет, там никого не было, Кузь. Я понимаю, что ты проверяешь, кошки были или не были. Никого там не было. Да.
Пойдем, пойдем дальше. Ну, давай, еще куда-то идешь. Давай. Ой, какой же деловой парень. Какой же деловой парень. Да, Кузьма? Хозяин тайги. Снег как хрустит хорошо. Ой, хорошо. Так. Ну, куда мы идем? Показывай, куда мы идем дальше. Я собираюсь провести прямой эфир, и у меня все не катастрофически. Не хватает времени ни на что. Ой, елку бы нарядить. По-моему, ее будут наряжать наши гости. Да, Кузь? Вообще скукотень. Никого. Чуть никто гулять даже не хочет, не идет. Да, Кузь? Погода хорошая, морозик. Никто не гуляет. Непонятно почему. Да. Ребят, а вы разговариваете со своими собаками? Разговаривайте с ними как можно больше, потому что они будут понимать вашу интонацию. Они много чего будут понимать. Вы будете друг друга понимать очень хорошо. Поэтому не слушайте никого, когда говорят, что это глупости. Да, это не глупости. Любое животное, оно понимает интонацию. Вот все, да, роспись. Роспись поставлена. Идем дальше. Зевает, идет зая. Боже мой, это не мать, это ехидна. Заставила ходить и писать. Ой, Кузя. Кузя, у меня сейчас рука уже замерзнет. Она уже, в смысле, замерзла, отвалится. Ну чё? Так. Нет, тут тебе вчера не понравилось. Ага. Провел буквально в вольере минут 20. Сидел с жалестным лаем. А вот в беседке хорошо себя вел. Кузь, пойдем? Давай. Да. Все, зайка. А, нет, подожди, я тебя не закрою здесь. Да, вот здесь вот он у нас. Посмотрите, у нас даже здесь уже склад. О, мои ульи стоят. Кузька здесь лежал. До мангала вообще не добраться. Да. Ой, ну что делать? Ничего, все разберем. Все поедет на свои места. Да? Кузя, у меня рука замерзла. А? Как ты считаешь? Гуляем или идем домой? А? У меня рука замерзла. Идем домой. Пойдем, зайка. Пойдем домой, мама замерзла. Пойдем. Пойдем уже домой. Ну его нафиг это гуляние. Иду я, иду, конечно, иду и глажу даже. Видишь, пытаюсь. Да.
Пойдем домой. Давай. Давай, мальчик. Давай. А нефига было лежать. Надо было ходить. Пойдем. Заходи. Малыш, иди сюда. Да, ты же все проспал. Надо было побегать. Вот молодец. Все, ребят, всем хорошего дня.